После знойных летних дней июня гродненцы снова привыкали к достаточно прохладному июлю. Но в ближайшие выходные столбики термометров значительно поднимутся вверх. В субботу, 18 июля, прогнозируется облачность без осадков. Ветер слабый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью 12-14 градусов, а днем до 28 градусов. Такая же погода ожидается в Гродно и воскресенье 19 июля. 20 июля на территории нашей области начнут поступать теплые, неустойчивые воздушные массы южных широт. И местами по области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В дневные часы максимальная температура воздуха будет достигать 24-29 градусов. В ночные часы воздух будет охлаждаться до 11-16 градусов. Поскольку жаркие июльские дни предполагают купание, специалисты ОСВОД предупреждают о правилах поведения на воде. Прежде всего, купаться только в разрешенных зонах. Всего в Гродно 4 зоны отдыха, предназначенных для купания. Еще 4 теперь уже есть в Гродненском районе. Все они оборудованы соответствующим образом, а также являются безопасными для водных процедур. В каждой зоне есть спасательная станция, где круглосуточно дежурят сотрудники ОСВОД. Затем, чтобы плавать в этих водоемах было безопасно с точки зрения здоровья, следят специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Сейчас качество воды в водоемах в местах купания соответствует микробиологическим показателям.